друзі, доброго раночку, хто тільки-но увімкнув телевізор. І от на цій прекрасній ноті до нас завітав бізнес-тренер, актор, викладач у театрі імпровізації та психотерапевт Олександр Олешко. Доброго раночку. Привіт. Так, Саш, доброго ранку. І сьогодні хотілося б поговорити про публічний виступ. Для багатьох це просто страх, тому що виходиш на сцену, а там просто сотні очей. Вони всі на тебе дивляться і всі чогось чекають, а ти просто боїшся щось не те сказати, дійсно, дихати боїшся. Як взагалі виходити з такої ситуації, щоб публічний виступ став максимально інформативним для людей і максимально не напряжним для тебе? Хороший вопрос. Знаете, обычно такой вопрос задают. Говорит, Саш, привет. Ты же публичными выступлениями занимаешься. Говорит, да, ну, звонок телефона. Говорит, расскажи один самый главный секрет. Один, вот, ага. Золотая таблетка. Говорю, когда у тебя выступление? Говорю, завтра. Ну. Говорю, отлично. Ну, как бы, как тебе подготовить? Так и ты здесь... готовишь таблетку для них. Одразу ну, можно что-то сказать. Можно что-то сказать. Но не факт, что оно сильно будет работать, поможет. Ну, в этом случае важно понимать причина, почему. Вот я так сильно сдалека отвечу. Почему? Потому что происходит некое отделение. Ну, вот в классе. Вот были в школе, учились мы все. Вам тоже не повезло. И отповедали да? Билет. Вам тоже потаскали. Вас, да, школа советская. Вот. И, значит, в школе. Как дети ведут себя, пока учителя еще нету? Ой. Вони розпуті. Так. Вакханалія, такі, да? Максимально. Ми грали в кровавий кулак. Я грав в кровавий кулак. Це коли вот так монеткою? Так, да, да. Класика. Вот, пока парта я не буде. Трохи далеко вот так от монетку б'єш, у кого упала, тому ми в кулак фігач. Я не хочу з тобою грати. Ноги можуть бути в крові, да. І вот це вакханалія входить в какой-то момент оно. Человек, несущий знания, свет. Оно. И под рукой у нее или у него, да, вот тетрадь смерти. Журнал. Эту, да, тетрадь смерти, она, допустим, открывает и перстом своим указующим начинает елозить по душам человеческим. Чувствовали, так. Как глаз Саурона проходил по позвоночнику? Пиль такой. Да, да. Вот те, кто чувствовал, вам в битву экстрасенсов, потому что вас экстрасенсорика нормально топит. Вот. И в какой-то момент она говорит, Олешка к доске, это фамилия у меня такая. И, да, да, это как бы я человек и Саша, и Олег. И потому что я отзываюсь на два имени, да. А еще я и ты, ну, короче, нормально. Вот, и да. И я вот выхожу, а так как я рост у меня высокий, почти 2 метра, но сидел я за первой партой. Ну, стратегически был вариант такой правильный, возле среднего медалиста сидеть, серебряного. Вот, что математику я не вывозил, он что-то помогал мне. И вот я делаю 1,5 шага, разворачиваюсь. В какой момент начинается это публичное проклятое выступление? Який саме? Да. Ну, коли виходиш до дошки, да, підходиш до дошки і починаєш щось, да, вот розповідати цілому класу. Для кого-то, коли підходиш до доски, для кого-то, коли встал, у кого-то, коли в школу прийшов і не підготовився, уже весь день публічне виступлення, він дергається. І ось тут є суб'єктивний момент. І в якийсь момент організм починає відчувати, що він вийшов із вот этого групового слияния з толпою. Потому что хто в класі? Там личностей не так багато. Це маса, і ми як-то в цій масі клубимося. А тут я індивід. Черт подери, на меня все эти глаза сейчас смотрят. Там где-то Сережа хохотнул. И так больно, неприятно. Сережа уже не друг. Сережа уже не друг. Уже он получает рюкзаком по голове после урока, если я выживу. Да? Кровавый кулак. Да, да, кровавый кулак. Да, и без монетки получит. Там что-то девчонки шарудят пеналами. Ты понимаешь, тоже кто-то там еще шепчется. Ты думаешь, это про меня? Что же вы за люди? Мы же с вами одной крови были. И вот это отвержение от стаи, как раз и включает вот эту адскую тревогу и переживание. И организм понимает, что нужно спасать шкуру. Да? Шкуру надо спасать. Что он начинает делать? Он думает так, тревоги много, тревога – это энергия, она накапливается. И он такой думает так, нужно как-то напугать толпу. Так. Давай я воду изо рта перенесу под мышки. С запахом мы сейчас задавим эту толпу. Вот. А потом еще, какой цвет в природе про опасность? Червоний. Красный. Поэтому и давай кровь в лицо, чтобы красной мордякой ты всех напугал, что ты невкусный, не ешьте меня. Знаете? И вот он начинает помогать, но мы при этом выглядим не очень круто. И спикер, нормальный, психологически здоровый и социальный элемент, он как бы не хочет, чтобы видели его растерянность. И он начинает эту тревогу упаковывать еще. И организм говорит, так, энергии слишком много, давай коленки подрожат. Ну, мне нужно вывести ее. И вот основной секрет, для чего я это все рассказываю, это научиться переводить тревогу
наружу виводити її і робити з цього драйв, кураж виступлення. Ну, це, до речі, майстерність. Так, да, і примір приведу. От художественний руководитель, наприклад, там в театрі «Чорний квадрат», от він смотрит, як актери виходять грати в спектаклі. І якщо він бачить, що актер не хвилюється, то після спектакля він може, ну, йому сказати, візьми паузу, поіграй в інших. Чому? Тому що якщо немає хвилювання, как он может вжечь на спектакле? Не я. Может ли он качнуть чувства серця людей? Тобто виходить, що от це хвилювання, це більше не комплекси наші, а якесь, а більш фізіологічне відчуття. Просто деякі люди можуть якось виходити з ситуації, боротися із тривогою, а дехто все ж таки їм складно, і у них от це все виходить наружу, і почервоніння там, і колінки трусяться. Як з цим, власне, боротися і правильно опановувати себе в такі моменти. Да, грубо, от совершенно ви все точно говорите. Два сценарії. Хтось навчився це виводити наружу, і ці люди їх не люблять, тому що він лезе тости говорить постоянно на свадьбах, самий перший дядя Юра, да? Ну вот это вот все. Вот этих дяди Юры, они нас окружают, потому что и они никогда не проходили никаких тренингов публичных выступлений. Ну ему не надо. Попробуй ему рот закрыть. Потому что так как-то случилось, что эта тревога, энергия его наружу вываливается. А те, которые привыкли внутри, это все проживают. Для них это все кошмар и ужас. Как здесь выходить из этой ситуации? Есть спикеры, которые выходят и говорят, они пытаются сражаться с аудиторией, типа победить ее, показать, я здесь альфа. Так, все вопросы потом, после того, потому что в моей презентации, скорее всего, будут ответы на все ваши вопросы. Видели таких? Ну, конечно. Звичайно, звичайно. Нема цієї магії. Кого-то, да, отталкивают кого-то. А есть спикер, он такой выходит и говорит, здрасте, типа, какую тему вы хотите? Ну, переживаю, давайте, переживаю. Да, давайте поговорим про каштаны. И как будто бы ему... А на конференции по IT? Так? Да, да, про каштан, ну, там еще что-то. И здесь мой подход, за что я топлю. Дело в том, что то, что вы сказали совершенно правильно, это реакция организма. И мы как бы там головой себя сильно не успокаивали. Это все, ну организм. Ну, как можно себя успокоить, что ты не покушал три дня? Такой, я не голодный. Ну, это бестолку, нужно покушать. И вот задача повторно слиться с этой аудиторией. Показать своему мозгу, своему телу, что это не кошмарные люди, это не шакалы, которые хотят твоей крови, никто не пырнет тебя помидором там после мероприятия. Да? Вот. И вот, вот здесь на самом деле мастерство заключается в том, насколько ты можешь после этого отрыва, выхода в это индивидуалистическое, я индивидуальность, вернуться и показать толпе, что ты такой же, как они, а самое главное, показать своему мозгу, что они не опасны. Выходит, опанувати цю майстерність може кожен, да. Правда? Да, каждый. Я от зараз замислився, у мене був такий випадок, і якщо буде працювати, якщо, наприклад, ти бачиш аудиторію, і ти думаєш, ну, це не шакали, а друзі. О, ось так, гарненька, нічого така. Ну, той, привіт тобі, друже. Це спрацює вже при наладі? По-разному. Є люди, які теж діляться на дві частини. Ті, яких знайомі, їх підтримують в залі. А є, які так, тільки не приходите знайомі. А с чем это связано? Мне сложно сказать. Я не так глубоко не удавался. Потому что для меня нет смысла разбираться, что у них там в детстве было. Мы просто перепрошиваем, даю навыки, и все. И он идет себе и не думает, почему так произошло. А поэтому что здесь поможет? Есть определенное... Ну, здесь нужно понять вот такой лайфхак вам. Как вы думаете, в какой орган человеческого тела, в один, мы выступаем? Ні. Ти на серце показуєш, так? Да? Да. Ну, в принципі, на все, органи чуття. Все це... проще, коли ми розбираємо чоловіка по кускам і розуміємо, що ми повинні працювати тільки в один орган. Один. Не во все тело. Нам не треба понравиться надпочечнику. А, ні. Ну, так, да. Вот. І це не серце, і не глаза, не уши, це мозг. І тоді потрібно розуміти, як живе мозг. Вот він собі сидить в своїй черепній коробці, йому там влажно. Прикольно. И в какой-то момент он думает, что-то заскучал я. Думаю, открою я глаза камеры свои и посмотрю, что происходит у этой шкурки наружу. Да? Уши открою, послушаю, что там. И он себя начинает развлекать. И если то, что он видит через наш зрительный анализатор, ему не нравится, по его алгоритмам это проходит как скучное какое-то, неинтересное, он такой говорит, ну все, давай мыслями улетим куда-то в другое место. И вот задача спикера – быть интереснее, чем то, куда может улететь мозг аудитории. И важно понимать здесь, как он работает, по какому алгоритму, что там такое.
Вот и тот спикер, который понимает эту формулу, по которой мозг аудитории будет воспринимать его как интересного, драйвового, куражного, харизматичного, и дает это аудитории, все, это будет иррационально, неосознанно он будет восприниматься как свой. Ну, по сути, легко, але все ж таки не всі можуть опанувати таке мистецтво. Всі, але не одразу всі це розуміють. Да. Декому все ж таки треба виховувати оцю таку харизму, таку магію, щоб дійсно завоювати аудиторію. От я неодноразово дивилася поради для публічного виступу. Одні кажуть, що варто все ж таки вийти і зізнатися, сказати, друзі, трохи переживаю дійсно, тому що ну, от, не так часто виступаю перед аудиторією. Але от у мене викладали в університеті курс публічного виступу, і нам казали, що ні в якому разі не можна виходити і казати, я переживаю, тому що одразу люди сприймають тебе як слабкого і нецікавого от такого спікера. Як вирішити цю ситуацію? Кому ж все ж таки довіряти і як виходити із цієї ситуації? Тут два лагеря. Тренера, которые говорят, нужно признаться. И в какой-то, конечно же, таким образом человек скидывает ответственность немного. Типа, ребята, извините, было мало времени, всего лишь 2 месяца, я не успел подготовиться к нашей 15-минутной презентации. Очень волнуюсь, поддержите меня, пожалуйста, аплодисментами. Вот это вот. Я не рекомендую это делать. Если вы этим зарабатываете деньги, делайте это профессионально. Если вы в этом нулевичок, и это вам не принесет денег, это выступление, вас выгнали туда, ну тогда можете, если сильно вам кошмарно. Но лучше не делать. Почему? Потому что в этот момент аудитория начинает дробиться на 2 части. И это важно понимать. Как только спикер говорит, я волнуюсь, поддержите меня, одна часть аудитории начинает, это мамочки такие, у них много там еще молока осталось, они такие, Дотя, давай, молодец, ну типа, ты все получится, сможешь, ты сможешь, да, давай, вот. Так. И это не прикольно, почему? Потому что есть вторая аудитория. Они такие смотрят, говорят, они такие обычные люди, которые заплатили деньги, говорят, я тебе денег дал, ты что туда вылез? Так. Взял мяч, фигач, давай я там буду. Ну типа, что за фигня? Вот. А эти мамочки такие, так, рты закрыли все, Дотя, давай. І виходить протистояння між аудиторією, яке, Рубілова, по суті, да. не важливе для твого виступу. Да, 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 це да. Явно не те, чого ти хотів отримати у результаті. І тут хороший такий, понятно, що це потрібно тренувати, але тут хороша рекомендація. Якщо у кого-то це одразу вийде, кому-то потрібно порепетувати. Це спробувати все-таки фокус уваги вытащить из себя и направить в аудиторию. Что это значит? Человек, который сильно волнуется перед выступлением, он в фокусе на себе. Как я выгляжу? Так. Не выпали ли ресницы у меня? Все ли там нормально? Да, как не потекло ли? Не забуду ли я? Да. Вот, да, да, вот. На эту ночь подготовки до презентации. Да, потому что седой стал еще раньше. Вот. Вот это вот все. И тогда человек в фокусе на себе. И аудитория это чувствует, потому что он как бы всю энергию на себя заворачивает. Он такой, организм такой, я уже не вывожу кучу всего. А если мы сфокусируемся на пользу людям, вот если я просто, ну вот я сюда пришел, например, просто дать пользу. Как я там выгляжу? Ну, ответственность вообще снята, там за дверью мажут, видите, у меня намазанное лицо. Вот, поэтому польза, что ты можешь дать, для чего ты там, какой целью ты вышел выступать. Что ты хочешь сказать? Да, и когда есть эта цель, и я фокусируюсь в ее реализацию, я перестаю меньше думать о себе, и организм расслабляется, такой фух. Как-то мы теперь видим мяч, который нужно фигачить. Саш. Ти також бізнес-тренер. Да. От хочеться запитати, з якими, ну, наприклад, невирішеними проблемами люди до тебе приходять? Ну, невирішені, нерішені проблеми, це скоріше як психотерапевту, либо консультанту до мене приходять. А ти, до речі, це з якось поєднуєш? Да. Да, потому что я этот укушенный гештальт-терапией, вот, я последователь этого всего. Но в гештальтерапии, как и в многих терапевтических, психотерапевтических подходов, есть направление. Ну, там семейная терапия, там кризисы, травмы и так далее. Мое направление – это сексология и оргконсультирование. И как раз оргконсультирование – это про консалтинг организации и работа с предпринимателями. Потому что важно понимать, что обычному бизнесмену-предпринимателю психотерапия может быть вредна. Навіть так? Да. А если интересно, расскажу. А чему так? Ну вот смотри, делает человек бизнес. Так. И бизнес – это всегда ненормально. То есть он делает бизнес, вот задумались, почему он делает бизнес? Ну вот тут живут все люди, да и живут. Зачем ему бизнес? Он через бизнес реализовывает что-то неудовлетворенное, которое у него находится в той среде, в которой он растет. И это прекрасно.
ну, ему недостаточно чего-то, там, не знаю, там, дружбы, он с партнером они дружат и что-то там делают, бизнес, потом спускаться на каяках, понимаешь? Там, либо безопасности, он начинает заниматься бизнесом, чтобы больше денег привлечь. И когда он приходит к психотерапевту, и психотерапевт может начать решать его вот эту основную проблемку. Тобто вылечить це, да. Може відмовитися, конечно, в принципі, від конечно, бизнеса. Ну, конечно. Ну, вот смотри, идешь ты по улице и понимаешь, что как бы, ну, хочешь выпить лимонадика. Угу. А почему? Потому что ты воды не пил давно. Так. А потом ты выпиваешь, делаешь пару глотков воды, и лимонад, желание проходит. Вот и все. И вот если ему дать в эту основную потребность пролечить ее, то бизнес становится как бы ненужный прикол. Зачем, если я это уже пролечил, мне не нужно это реализовывать. Цікаво. И тогда разница, и они часто же чувствуют это, поэтому они уходят с терапии, они иррационально, неосознанно боятся этого всего и имеют право. Вот. И работа с ним, ну, это же тоже люди живые, им нужна часто сложность, а у предпринимателя много стресса, много разных ситуаций. Поэтому важно работать определенным образом, не пролечивая его, как бы это ни звучало, а выводить в зону осознавания, чтобы он понимал, какую потребность он решает через бизнес. И как только он соединяет вот это вот чувствилище и башку и понимает, ага, вот для чего я это создавал, и он может тогда и пользоваться этим как педалькой газа. Он может создавать внутри себя голод этого, и его бизнес будет увеличиваться. Слухай, прикольно працює. Ти знаєш, я просто, от мені цікава тема ось бізнес-тренерів. Угу. Там, знаєш, я багато матеріалів дивився, але я ніколи не задумувався, про що ти сказав, що бізнесмену психотерапія може зашкодити. Да. От серйозно, ніколи не думав. Да, да, і це да. Класно. Розкажи, от ти як бізнес-тренер, на чому базується твоє навчання людей? Ну, смотря про что ты спрашиваешь. Если я провожу тренинг для компании какой-то. Тренинг, так. Если я тренинг провожу для компании, то ну, на навыках моих, которые есть, это микс психотерапии, психологии, актерства, импровизации. Вот, и там вот публичные выступления, например. Какие мне тренинги? Там публичные выступления я провожу. Так. То есть я готовлю ребят в компаниях для того, чтобы они лучше, красивее, интереснее, харизматичнее выступали. Бах. Там есть тренинг антивыгорания. Выгорание. Те, которые выгорают на работе. Вот. Це, до речі, дуже важливо у 21-му столітті, в принципі, показати будь-яку людину, і вона вже на стадії вигоряння. Ну, не кожен, но ну, тот человек, который чего-то там как-то достиг, по-любому он выгорал. Ну и як плюс такий шалений темп зараз, да, у сучасному житті, що не вигоріти і от емоційний, да, оцей стан свій не вичерпати, це майже нереально, да, реально, да, дуже складно. Поэтому вот пример вам скажу интересный. 5 лет назад, когда я сделал этот тренинг, он вообще не интересовал никого. Просто он там, ну как-то там еле-еле душа в теле, он продавался. 3 года назад, прошло 2-3 года, ну 2, 2.5, не суть. Все, я без рекламы, без ничего. У меня бешеный спрос на него, потому что все начали обращать на это внимание. Все які от у твоєму тренінгу, чи є якісь вправи, які, в принципі, могли б люди вдома робити? Перед телевізором. Чи це якось просто як бесіда більше? Чи дійсно якісь є вправи, які спрямовані от на створення якогось там власного бізнесу, розкриття себе? Ну, смотри, якщо ми говоримо про публічне виступлення, тренинг «Открой рот» называется, то тогда лучше это, ну, есть какие-то элементы, но нужно понимать суть, систему, всю. Если выгорание, давай какую-то пользу причиним, да, причиним пользу аудитории вашей. Если говорить про выгорание, как понять, что начинаешь подгорать? Нужно обратить внимание на потребление великолепной пятерки. Есть великая пятерка продуктов. Если вы увеличили дозу в них, это уже такой первый колокольчик. Не обязательно, что вы выгораете, не обязательно. Но как бы стоит на это обратить внимание. Алка. Нарко, никотина, сахарина и что еще? И кофеина. Если такой жил, пил себе 3 чашки кофе в день, а потом начал пить 7. Вопрос, почему? Ну почему тебе нужно больше взбадриваться? Возможно, ты начал где-то вычерпана терять энергия, да, мабуть. Если ты начал курить больше сигарет, почему? Если ты начал больше топить на сахарок, то... или же вот эти вот люди прекрасные, которые говорят, я вообще нет, я, конечно же, не бухаю, я не, нет, да, я не, нет, нет, ну, ну, знаете, ну, перед сном бокал вина, ну, это же, ну, ну, бокальчик, да, бокальчик, там, ну, полтора.
почему ты без бокала уснуть не можешь уже? Ну подумай, что произошло. Сон — это норма. Ты вечером, если ты поработал, то ты глазки закрыл и гудба, и улетел в Дремляндию. Почему тебе нужно теперь пить стало? И вот это все тревожные колокольчики. Что делать? Часто люди на это не обращают внимания. Mm-hmm. Потому что, ну, это как, знаете, это вот менталитет такой еще. Пока что этого нет в культуре. Это нормально, но скоро будет. Как к стоматологу. Заболела — иду. Зачем? Вот не болит — ходите, да? Логики так. Нет. Ну да. Вот. Да, иду всех лекарей, так, да, в принципе, да, наши, да. Люди. Зачем делать это? Профилактику? Да, папа заболела, буду лечить. А с выгоранием так не проходит. Потому что если выгорание уже заболело, то как бы поздняк метаться. Угу. Уже поздняк метаться. Но что важно, если как понять, что выгорел? Потому что есть условно три состояния. Первое — устал, так. Выгорел и депрессия. Депрессия — это уже наискладнейшее. Это уже часто там уже психиатры, антидепрессанты. Не нужно ее бояться, потому что, к сожалению, чем больше, ну, чем дальше мы живем, тем больше людей з депресією. Саша, от мене цікавить, дивись, ти сказав, перше, це коли втомився. Да. Можешь якось описати цю втому? Да, давай ещё раз скажу разницу между усталостью и выгоранием. Что такое усталость? Тут пошел человек на примере тренажерного зала или работы. Работы, давай работы. Вот на работе поработал, устал, пятница, что там с друзьями, не с друзьями, виделся, не виделся, суббота, воскресенье как-то поотдыхал. И в понедельник такой, да, не хочется на работу, да, не хочется, потому что, ну... Новая проба. Да. Ну, идешь и такой думаешь, ну, нормально. Там пришел, увидел свет, а Машка бегает, повеселел. Да, там где-то кофе принесли, бросили в тебя пончиком, ну, как бы нормальный день. А там уже среда, экватор, все, улыбка наращивается. Но если ты приходишь на работу, смотришь, это усталость была. Так. А если приходишь на работу, смотришь на этих людей, понимаешь, что с вами не так? Что же вы такие стали? Вы все дратуете. Да, что же вы, твари, напрягаете? Да? Откуда? Кто вас набирает? Угу. Кто вас понабирал вообще? Чего вы бесите меня так? И вот в этот момент стоит очень сильно задуматься. Потому что получается, что в чувствилище уже нет топлива, чтобы вывозить этих людей. Нужно понимать, что люди токсичные существа, да, поэтому вы можете, да, в эфиры, понимаете, я уйду, и вы будете вспоминать меня, как напряг этот Олежка. Да, будем сказать, это такой токсичный, что ты пришел. Да, поэтому молочко там аккуратно с этим. Да, токсины нужно выводить. Тут треба каву піти, випити три чашки, щоб вже вивозити. Да, накидаться кофеїном. Давай вже 5 зразу ось так. Да. Закурим потом и вечером, и винище вечером еще. И ще цукру. Да. Пахнем давно. Поэтому вот такая разница. И как только ты понимаешь, что начали уже бесить, или же вот ничего не хочу, вот эта поза, когда лопатками держишь простынку, или вот как эти люди часто себя ощущают, они такие в среду, такое, в воскресенье, в субботу столько дел переделаю, так там уберу, там поеду, кота кастрирую, значит, хомяков помою, рыбкам воду заменю, вот все дел. А в субботу просыпаешься, просто лежишь и втычешь какой-то сериал тупой. И ничего не робишь, так? Да. Вот это уже тревожный колокольчик получается. Все-таки я так живу. Что нужно сделать в этой ситуации? Если есть возможность, понимаешь, я сейчас фантастику какую-то говорю, если есть возможность, нужно сделать день тюлени. Просто ничего не робишь? Вот вообще. Вот. Или же делать то, что хочется. Угу. Не то, что надо. Угу. Что надо, это хочется кому-то, а ты делаешь. А вот то, что хочется. Вот хочется лежать — лежи. Угу. Хочется смотреть этот фильм — смотри. Хочется кушать попкорн в постели — покушай, но потом постираешь. Вот, не надо вот эту бабушку включать в постели, не кушать. Позволь себе это. Гулять по парку — гуляй. Рыбалка — рыбачь. Ну, вот что-то делай, что хочется. Организм восстанавливается, перезагружается. Все таки думают, нет, я так неделю проваляюсь. Не факт. Но если выгоришь, это месяц-два. Ну, але, по суті, получше день потупіть, чим потом на місяць-два випадати. По суті, більшість людей так і живуть от в такому шаленому ритмі, і самі себе заганяють у депресію. Да. Тому, друзі, давайте все ж таки приділяти більше уваги своєму ментальному і психологічному здоров'ю, щоб таких ситуацій взагалі не траплялося у вашому житті. Нагадаю, що у нашій студії був Олександр Олешко, бізнес-тренер, психотерапевт та актор у театрі імпровізації.